Всем привет! Сегодня снова будет кулинарный выпуск, и в этом выпуске я решила поделиться с вами рецептом моих любимых печенюшек. Это овсяные печенья, но они без сахара. Вместо сахара я добавляю измельченный замоченный изюм. Сегодня у меня обнаружились в шкафчике остатки вяленой клюквы, и я решила их добавить туда же. Поэтому предлагаю вам посмотреть, что у меня получилось, и, быть может, вы тоже захотите сделать такие же печенюшки. Ну что ж, поехали! Для начала мы берем овсяные хлопья, засыпаем их в блендер и измельчаем. Ну, почти до состояния муки, ну, чтобы оставались такие крупинки. Я делаю обычно на глаз, ну, примерно стакана два беру. Затем заранее замоченный изюм и клюкву я тоже измельчаю. Замачиваем для того, чтобы изюм был мягче и насыщеннее. Вот такая кесемесь получается. Берем сливочное масло, можно топленое. У меня топленое закончилось, поэтому я использую обычное сливочное масло и растапливаю его. Заливаем все это в нашу смесь. Берем маленький стаканчик, там 180 грамм, по-моему, сметаны обычной. Если домашняя будет, то это будет еще лучше, вкуснее. И все туда же в миску вываливаем. Добавляем буквально пару щепоток маленьких соли. Берем ванилин. Ванилин корица добавляйте по вкусу. Мне очень нравится с ванилином печеньки. Они тогда получаются ароматные. И затем всю эту кесю-месю перемешиваем очень-очень тщательно. И в процессе понимаем, что нам нужно добавить еще муки, чтобы получилось именно тесто. Я еще измельчаю тогда овсяные хлопья и постепенно подсыпаю, пока не получится вот такое тесто. И немножко, пусть минут 10 полежит. Итак, тесто у нас отлежалось. И его уже можно раскатывать. Я пользуюсь моей любимой маленькой деревянной скалкой. Ей очень удобно раскатывать небольшие лепешечки. Смотрите, лепешку старайтесь, чтобы там потолще она была. И вот такие вот формочки, смотрите, человечек. Мои любимые звездочки и мистер динозавр, госпожа Луна. Начну, пожалуй, с человечка. Ну, я думаю, как вырезать печеньки, вас учить не надо. Ну, тут и так все понятно. Запекать примерно минут 15, но вообще все зависит от вашей духовки. А еще сегодня у нас потрясающая погода, ну как бы конец января, и у нас уже третий день, можно сказать, ноль, и даже плюс 5 вчера было. Небо голубое, снега навалило, с крыши идет капель и небольшой ветер, но в целом классный. Ну что ж, первый лист готов. И отправляем второй. Посмотрите, печенье очень такое рыхлое получается, ароматное, ну и на вкус очень-очень вкусное. Желаю всем приятного аппетита и благодарю всех за то, что смотрите.